Открытие границ Турции нанесет большой урон нашему сельскому хозяйству, заявил второй президент Армении военный преступник Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. «Мы не можем сказать, что закрытая граница – хорошо, это ненормально, чтобы мы пропагандировали, что держать границу закрытой – хорошее явление. Однако очевидно, что сегодня открытие границ Турции нанесет большой удар по нашему сельскому хозяйству из-за конкуренции в сельском хозяйстве», – сказал он. По словам Кочаряна, очевидно, что сельское хозяйство Турции в более хорошем состоянии. Правительство Турции предоставляет большие субсидии сельскому хозяйству. В Армении это почти не делается, а после ликвидации Министерства сельского хозяйства эта сфера осталась полностью бесхозной, сказал он, добавив, что если граница будет открыта сейчас, то фермеры Араратской области окажутся в ужасном положении. Кочарян считает, что ни один инвестор, трезвомыслящий человек, не инвестирует и не будет инвестировать в Армению.